Всем привет, приветики! Вы на канале «Из жизни сетевика». И сегодня у меня настроение прям просто зашкаливает. У меня сегодня своего рода для меня знаменательный день. А именно, я иду на пункт выдачи. Первый раз в своей жизни забирать заказы весом, примерно общий вес, где-то получится, наверное, около 6 килограмм. Там несколько заказов, короче, это вообще очень интересно. Я аж прям немножечко волнуюсь. Но это такое приятное такое волнение. Вот. Я очень хотела выполнять 100 баллов. Ну, наверное, не очень-то и хотела, да? Чтоб хотела, то выполняла. Как выполнила в прошлом периоде, до этого буду смотреть под ноги. Здесь лужи. Вот, до этого у меня всегда было 50, 60, 70, 80. Ну, как-то вот так вот. Да? А тут я задалась целью устроить себе, своим девочкам, своего рода такой челлендж, да, обучение, челлендж на выполнение личного объема 100 баллов и более. Вот, ну и в прошлом каталоге у меня это получилось, поэтому там вообще, по-моему, 6 заказов. Как пришло. Но по моим записям вообще должно быть 5, я не знаю. Видимо, там еще какой-то был заказ, про который я просто-напросто забыла. Кстати, сразу проговорюсь, что под видео есть полезные ссылочки. Одна ссылочка будет... Так громко разговаривает. Одна ссылочка. Это можете перейти, посмотреть, подходит ли вам бизнес в интернете. Вторая ссылочка. Бесплатно оформите себе дисконт в компании Faberlic. И еще оставлю ссылочки на свою страницу в Одноклассниках и ВКонтакте. У меня есть чудо-чат, я себе сделала. Вот там, где вы еще выгоднее сможете приобретать товары компании Faberlic. Ну что, где-то сейчас я уже должна встретиться с папой. Вот, кстати, его машина. Повезел, короче, все это на машине. Интересно, сейчас я ему позвоню. А может, так сейчас найду его где-нибудь. Вот. Ой, интересно. Так что не переключайтесь. Ну, распаковку, я думаю, будем тоже делать. Поэтому видео, скорее всего, получится длинным. Не смогла что-то я до него дозвониться. Сейчас, может, встретимся. Любимая в кавычках лестница моя. Здрасте. Это не все мое, но тоже будет много. Сейчас будем искать. Мы же какие-то поразбирали. А, вот это вот все я забираю. Дома будем смотреть. Кстати, я все покажу. Вот они. Еще один заказик ищем. Покажу, что тут есть. Кстати, этот пылесос, который когда-то разыгрывался. Что нет? А здесь о, новый смотреть? Парфюм. Сейчас я понюхаю. Вот этот вот новый, еще не нюхала его. Нюхала я парфюм. Вот этот мне не понравился. Вот этот классный понравился. И вот эти тоже масляные классные тоже мне понравились. Там шарик внутри. Классный. Так вот, все дело выглядит. Слава богу, что папа согласился мне помочь. Я бы фиг унесла. Аккуратненько мы идем. Сколько думаешь примерно килограмм, папа? Там килограмм 6 точно было. Я смотрела по номеру. Потому что у нас в личном кабинете есть этот вес. А здесь, а куда мы идем? Сюда мы идем. Ехать буду, сюда. Разворачивайся. Здесь ступеньки плохие. Пошли по вот этим большим. Там плохая ступенька есть. Целое огромное коробище. Сейчас приедем домой. И будем распаковку делать. Что-то привезли. Вот она, коробочка наша. Прекрасненькая.
Ребята, еще кто смотрит мои видео, тот знает, что папе Дед Мороз принес подарок. И там вот такая вот штучка. Пахучка. Штучка-вонючка горит. Короче, штучка-пахучка с запахом новой машины. Знаете, вкусно пахнет, ну, правда. Только очень сильный запах. Я знаю, что некоторые как-то в пакетиках, ну, наполовину пакетик как-то там снимают, а потом полностью снимают. Вот, так что все, пахнет уже у нас запах новой машины. А еще вот у нас такие для зарядки электрических автомобилей штуковины стоят. Ах, не посмотрим мы. Вот, так что вот так. И тут тоже аппарат, кстати, с водой. Все, едем домой, будем делать, ой, распаковку сейчас грандиозную. Но не сейчас, я сначала чай себе заварю, вкусняшку возьму, будем делать распаковку. И потом упаковку. А потом упаковку. Все, едем домой. Что? Вот мы и дома дотащили эту коробку. Реально была тяжелая. Но еще раз большое спасибо папе, что помог, не отказал. Вот, так что сейчас потихонечку буду все это выгружать и вам, соответственно, показывать, что тут было заказано. Вот тут такое чувство, знаете, я когда это все забирала, как будто бы второй раз Новый год. Я специально освободила весь практически стол, вот, чтобы это можно было прямо разложить, расставить, не знаю как, короче. Так что у меня сегодня, кстати, цветок опрокинулся на эту. Давала птицам корм, открыла, и один цветок не убрала, и он опрокинулся прямо сюда. Ну, вроде работает. Вроде вытирала все равно. Ладно, неважно. Так, ну что, давайте потихонечку, наверное, по порядочку. Я вот прям вот как они сложены заказиками, так, наверное, и буду разбирать, и снимать, и показывать, что же у нас тут на заказано. Боже мой, красоты, ляпоты. Ну что, приступаем по порядку. Ну что ж, давайте смотреть наш первый заказ. Это было две мочалочки. Внутри они идут, смотрите, с такими кругленькими кусочками мыла. То есть, моясь этими мочалками, не нужно дополнительно использовать мыло. Они идут с запахами. Я их вскрывать не буду, так как это не мне. Так, где бы вам тут мыло показать? Мыло кусочки где-то запрятались. Не вижу, может, камера не передает блики. А, вот они, темные. Блики, вот они, один, два, вот, вот такие классные, большие, теперь я и себе хочу такую мочалку. Вот Ярику, кстати, вот моему Ярославу как раз таки такую бы мочалку и было бы и неплохо. Это я вот очень хорошо подумала. Так, в этом же заказе было еще два крема Маластилин. Давайте посмотрим, сколько оно получилось по цене это все. Так, за два крема у нас получилось 24, грубо говоря, рубля. И каждая мочалка, грубо говоря, по 5 рублей. Вот, вот так вот довольно-таки выгодно. Поэтому, ребята, задумайтесь, у кого еще нет личного кабинета в интернет-магазине Faberlic, либо кто вообще не приобретает, пишите мне. Все, вам помогу, расскажу. И по ссылочке переходите, там есть ссылка для оформления, самостоятельного оформления личного кабинета. Так, ну, Маластилин, все знают, что это просто что-то супер крутое. Так, вот, так, это первый заказик, его мы посмотрели. Кстати, вот мочалку теперь я реально, вот в чем плюс, да, вот этих вот всех отзывов, вот этого всего. Теперь я реально такую мочалку хочу заказать своему сыну. Это вообще супер удобно. А в путешествие, так вообще класс, еще и они идут в таких вот упаковочках, блин. Я тоже теперь хочу такие мочалки. Все, надо записать. Так, идем дальше. Что ж, идем дальше. Второй заказ. Вот эта вот часть, это лично мне. Это не мне, это для девочки одной хорошей. Так, что у нас тут? Концентрированный гель для мытья посуды. Вот мы всегда такой берем запах яблока. Его хватает надолго, его нужно разбавлять с водичкой. У меня есть даже специальная бутылка от Faberlic. Так, вот он выглядит. Ой, пахнет сладким свежим яблочком. Великолепно. Так, вот такой концентрированный гель. Так, цена его у нас получилась 3,70. Дневной крем для лица серии Oxyology. Ночной крем для лица 7,77 и 8,07. Вот они получились. Так, и дальше у нас масло льняное с добавлением рыбьего жира. Омега-3,6,9. 19,33. Вот такой вот с Ярославом мы сейчас пьем. Я уже много про него говорила. Средство реально просто обалденнейшее. Цена, ну,
смешна, я могу вам сказать. Так, за этот заказ у нас получилась общая сумма. Так, 39 рублей. Вот, за омегу, за вот это вот средство и кремики. Так, следующий заказик у нас уже идет немножко побольше. Так, давайте будем по порядку. Так, по порядку. Гель для душа Блокбастер. Гель для душа Блокбастер. Есть. Сторонку его отставляем. Так, 3 рубля. Крем после бритья Блокбастер. Крем после бритья. Есть. 3 рубля. Гель для бритья. Гель для бритья. Есть. Вот серия Блокбастер. Вообще обалденные запахи, кстати. Я на пункте выдачи пробовала, нюхала вот такую воду. Мне понравилось. Так, 3,18. Парфюмированная вода для женщин. Вот такая. Тоже запах классный. У меня когда-то, кстати, вот такая водичка была. Вот. Так, дальше. Парфюмированная вода. Вот новая новинка. Вот, кстати, даже знаете что? Я ее и не нюхала. Запах и не знаю, если честно. Надо почитать на сайте. Кому интересно, артикул 3100, почитайте на сайте. Но про нее очень интересно написано в том плане, что она составлена, запах составлен искусственным интеллектом. Поэтому почитайте про эту воду. Кому интересно, я думаю, она такая, наверное, может, более свежая. Так, утверждать не буду. Так, вот парфюм 13 рублей, 21 рубль. Гель для душа для мужчин Ума Феличи. Тоже вот эта серия очень классная, мужская и женская. Вот он есть. И двухфазный питательный спрей для всех типов волос. Salon Care. Вот это тоже очень классное. У меня когда-то было. И, кстати, вот надо, наверное, мне сейчас будет тоже и заказать. Вот он двухфазный получается. То есть сначала его нужно перемешать хорошенечко, перетрясти, потом наносить на волосы. Итак, этот заказ нам обошелся 59 рублей 40 копеек. А, так, и не все еще. Одноразовые бритвы. Вот 3,18. В комплекте идут 3 штуки. Хватает, в принципе, тоже надолго. Уже я наслышана о них. Вот, поэтому вот такой вот у нас получился третий заказик. Идем дальше. Так, идем дальше. Самый большой из всех заказ. Вот такой вот. И причем вот он обошелся вообще просто реально смешные деньги. Я просто провожу периодические акции выходного дня, где собираю очень выгодные наборчики. И девушка как раз-таки выбрала, вот не считая, если крем, вот такой наборчик я собрала, выложила у себя в группе закрытой, и вот такой наборчик я собрала. И вот посмотрите, сколько товаров, да, и, ну, это обошлось реально смешные деньги. Давайте по порядку будем сейчас смотреть. Так, концентрированный гель для мытья посуды. Вот он. Средство для чистки плиты духовок. Вот оно. Вот. Показываю. Так, мыло для кухни, устраняющее запахи. Вот это вот классное. Вот собрала из того, чем практически вот пользуюсь сама. Вот реально от души. Так, дальше. Чистящий крем универсальный с микрогранулами. Вот он. Вот такой классный. Так, вот он. Рефрешер для одежды и тканей. Вот такой. У нас он дома сейчас всегда. Вот такой. Так, акваспресс, освежитель воздуха, цветочно-цитрусовый микс. Вот такой вот новинка, новый запах. Так, дальше, полиэтиленовый пакет. Вот такой вот большой, красивый пакет будет у нее. Так, дальше. Маска восстановления и защита. Вот эта маска Ботаника. Кстати, вот, ну, действительно хорошая серия. Я уже тоже неоднократно про нее рассказывала. Мы сами дома пользуемся, поэтому я знаю, о чем говорю и что рекомендую. Прислушайтесь, люди добрые. Не переплачивайте вы в этих магазинах. Ну, в самом деле, сейчас шок цена будет у вас. Шок от цены. Так, полиэтиленовый пакет. Маска восстановления защиты. Так, бальзам для стоп, гладкие пяточки. Гладкие пяточки, где он? Вот он, XXL.
Вот он, классный тоже, кстати, средство, тоже про него говорила. Шампунь восстановления и уход, вот большой, 400 миллилитров, он прям огромнейший. Так, так, шампунь, жидкое мыло для рук. Вот, ой, так, стоять, не падать. Промазала немножко, я промахнулась. Я в камеру смотрю, и получается, что не всегда туда, что, что надо, беру. Вот такое вот мыло классное. Я сейчас такое мыло беру в упаковочках, которое разливное, разливается. То есть есть баночки, просто доливаю. Так, жидкое мыло. Скраб для тела. Вот такой, тоже классный. Крем для ног смягчающий. Это вот у нас как раз таки вот такой, новая у него упаковочка. Крем для рук увлажняющий, тоже новая упаковочка, классный. Так, бальзам восстановления и уход для сухих и поврежденных волос. Вот, тоже довольно-таки большая банка. Так, ну и все. И в итоге, вот за это все, для дома, полностью там для себя, за вот это вот все, 55 белорусских рублей всего лишь. Понимаете? Ну, цена просто, просто супер. Просто супер. Вот, поэтому, ребят, еще раз повторюсь. Кто хочет, действительно выгодно делать покупки, не переплачивая в 3 раза дороже в магазинах, там, где идет наценка на наценке и наценкой погоняет, переходите в описание по ссылочке, оформляйте самостоятельно себе личный кабинет, либо пишите мне в социальные сети, я ссылочки оставила на одноклассники свои, на контакт, я вам помогу выгодно, действительно выгодно делать покупки, не переплачивая вот это вот непонятно, вот эти вот наценки и накрутки. Так, это был самый большой заказ, но это еще не все, продолжаем дальше. Продолжаем дальше, совсем чуть-чуть осталось. Еще вот один заказик у нас получился. Так, рефрешер для одежды, лаванда и бергамот. Вот такой вот еще есть, тоже очень-очень классный. Так, это заказ, кстати, для мужчины. Мужчина себе такой берет. Акваспрей, освежитель воздуха, 2 штуки, они как раз были на акции. Так что это не сугубо женские штучки тут всякие, да. То есть, ну, для мужчин тоже есть что взять, элементарно, да, когда человек живет даже один, постирать, побриться, помыться, попшикать, все это в порядке вещей. Так что это не только для женщин, как многие думают. Мужчины, подключайтесь, пишите личные сообщения, побеседуем с вами, помогу вам выгодно сделать покупки. Так, дальше. Гель для бритья серии Blockbuster. Кстати, я смотрю, вот многим понравилась эта серия мужчинам Blockbuster. Гель для бритья. Гель для бритья. Видите, уже 2-й заказ, и тоже этот Blockbuster. Ну, реально классный. Ребят, действительно, пишите, помогу вам оформить выгодно покупку. И будете пахнуть прямо от девчонок, не будет отбоя, как говорится. Так, крем для лица Маловтилин. Тоже, ну, он не только для лица, я уже тоже многократно говорила про маловтилин, это прям палочка-выручалочка от ожогов, от каких-то волдырей, от прыщей, от растяжений, блин, ну много от чего на самом деле, уже 150 раз тоже про него говорили, это уже как панацея от всего, наверное, практически, уже многие про него знают, кто не знает, тоже напишите мне, я вам лично прям даже расскажу. Так, и дальше, дальше, дезодорант антиперспирант для мужчин, вот такой вот. Тоже классный. Тоже классный, кстати, у моего сына, по-моему, даже вот такой же тоже сейчас и есть. Вот, вот такой вот заказик получился. Все самое необходимое, что нужно было на данный момент этому человеку. 29 рублей 50 копеек. 29 рублей вот за это вот все. Тоже цена, ну, совсем-совсем небольшая. Так, ну и остался у нас еще совсем-совсем маленький заказик. Уже наш личный, по-моему, сейчас тоже покажу и будем на этом уже закругляться. Последний заказик Малюпасик. Это мой личный заказ для меня, для моего сына. Концентрат пищевой прессованный. Вот этот вот концентрат, он для желудка, для работы желудка. Короче, не знаю, я долго думала над этим, решила все-таки попробовать. Почитала отзывы, все его прям так хвалят. Короче, будем пробовать, смотреть. Потому что иногда бывают вопросы. Вот, кстати, состав тоже говорят. И состав у него прям очень-очень хороший. Яблочная клетчатка, порошок папайи, порошок ананаса.
панкреатин даже есть. Смотрите. Куркума. Порошок куркумы успела я еще заметить. Так, сейчас вскроем, посмотрим, что внутри. Это я уже могу вскрыть, так как это мое. Так, открутила я. Ой, крышечку. Продырявливаем. Вот так это дело выглядит. Вот такие вот они. Ну, попробуем. Попробуем, не знаю, ничего пока сказать не могу, но отзывы действительно прям восхитительные, поэтому я решила тоже взять, попробовать, так как нужно это. Так, и цена у нас этого средства 12 рублей всего. Вот эти вот добавки, да, они действительно, пищевые добавки, недорого в Фаберлике стоят. Есть и биологически прям активные добавки, которые продаются через аптеку. Вот это не через аптеку. Так, и вот это еще я заказала тоже средство Пифтовита. Мы уже его пили как-то. Так, сейчас я вскрою, тоже покажу. Пифтовита, безалкогольный концентрат. Оно в водичку добавляется, разбавляется. Вот так вот оно выглядит. Тоже очень хорошее средство. Я уже, знаете, вскрывать, наверное, не буду. Вот оно запечатано. Мне оно понравилось в прошлый раз. Единственное, что, знаете, что вот что-то вот мы неправильно поступили. Надо все пить непосредственно курсами. А мы где-то вот брали и ленились. Попили, потом забыли. И все. Вот способ применения: 20 капель развести на 100-200 мл жидкости. 1-2 раза в день за 10-20 минут до еды. Вот, я даже сыну давала, но не 20 капель. По-моему, я ему капала 7 капель всего лишь. Вот чуть-чуть. Так, это средство тоже вот именно... так, клеточный сок пихты сибирской. Именно вот оно хорошо тоже в сезон простуд. Вот, ну, в демисезон. Вот это вот все, оно очень укрепляет, помогает организму и укрепляет иммунитет. Но только надо пить, ребята, вот это как-то определиться, да. И вот все эти штуки пить курсами, конечно же, с перерывом. И потом смотреть, выявить для себя лучшее средство, которое больше всего подошло. Так и мы будем сейчас, кстати, делать. Так, этот концентрат у нас получился всего 10 рублей. Так, и общая цена получилась 23 рубля вот за это все. Вот такой вот большой обзор у нас вышел. Надеюсь, все досмотрели до конца. Была информация полезна.